Ребята, всем привет! Меня зовут Дарья, и добро пожаловать на мой YouTube-канал. Подпишись на меня, поставь лайк этому видео, ну а мы погнали. Я к вам слегка приблизилась, чтобы показать, как выглядит косметика на моем лице после очень долгого, жаркого летнего дня, чтобы вы видели, что нам предстоит смывать. Косметику я буду удалять вот этими двумя средствами от Yves Saint Laurent, линейка Top Secret. Здесь у меня идет мицеллярная тонизирующая вода и двухфазное средство для снятия водостойкого макияжа с губ и глаз. Удалять макияж я начну с глаз, как я это делаю обычно. Напишите, кстати, в комментариях, как вы смываете макияж вначале лицо, а потом глаза, либо вот наоборот, как я это делаю. Мне кажется, что это самый логичный способ. Потом зону под глазами. Все, что там, знаете, вот это разотрется где-то вот здесь везде, я смываю еще дополнительно мицеллярной водой. Все, что нам говорит и обещает производитель насчет этого двухфазного средства для снятия макияжа, я вам оставлю где-нибудь вот здесь, чтобы все это не проговаривать. Начнем с самого важного. Почему мне захотелось это купить и зачем вообще? Я не люблю двухфазные средства, потому что они маслянистые, они такие жирненькие. Я более легкое люблю. Ну просто я купила эту мицеллярную воду и захотела, чтобы у меня был комплект полный. В общем, все банально просто. Я захотела себе всю линейку Top Secret. У меня даже есть база, так что вроде бы все средства я собрала. Моя душенька довольна. Хотя, по сути, у меня такой какой-то дикой необходимости в этом средстве не было. Потому что я обычно делаю самый легкий макияж глаз. Это тени, возможно, там какой-то глиттер, очень редко. Ну, стрелочки бывают я делаю, и тушь у меня никогда нет водостойких. Все легко смывается и так. Поэтому просто захотела такую красоту. Оформление понравилось, очень красиво, эстетично выглядит. Удобная крышка, обычная, просто откручивается. Так выглядит внутри. На горлышке есть дозатор. Отдушка парфюмерная, как любят Yves Saint Laurent. У них даже во всех душах это отдушка. Здесь аромат напомнил маленькую фею. Что-то такое нежное, легкое, цветочное, очень приятное. Такое даже, сказала бы, пудровое. Если вы хотите смывать водостойкий макияж, то лучше не встряхивать продукт. Так он просто лучше смоет. А если у вас обычный макияж, ничего сверхстойкого нет, то, как и рекомендует производитель, мы встряхиваем перед применением, чтобы две фазы смешались. Наносить средства буду на вот такие ватные диски, очень тонкие, удобные, не пушатся. Мне понравились, но обычно пользуюсь другими. Открываем. Как сказала, упаковка удобная, аромат понравился. Средство такое, оно достаточно жидкое, в принципе, оно быстро пропитывает салфетку, как бы вам показать. Наношу не слишком много. Но пальцы все-таки жирненькие такие. Не очень приятно. Давайте начнем. Туши на глазах у меня очень много. Там слоя 3. Нужно приложить и какое-то время подождать, желательно, чтобы лучше удалялось без трения. Видите, так смывают. Не могу сказать, что смывают как-то лучше, быстрее, чище, чем обычное средство, не брендовое. Ну, конечно, оно приятное, нет пелены перед глазами. Смывает достаточно быстро. Как мне кажется, ухаживает за кожей вокруг глаз. Нравится, что
ни ресницы, ни брови не страдают. Видите, тут минимум, по-моему, одна ресничка выпала и все. Так вот, я достаточно быстрее делаю, конечно, это все без камеры. Видите, внутри мне нравится, что он хорошо удаляет тушь между ресничек. Ну, конечно, следы, видите, разводы остаются, поэтому я потом использую мицеллярную воду еще. С бровей тоже все без труда смывает, но, повторюсь, конечно, ничего особенного я не вижу. Мне все-таки больше приятнее пользоваться не двухфазным, а обычным средством, даже просто мицеллярной. Ну, средство нежное. Мне, в принципе, оно понравилось. Обычно я смачиваю побольше диск, мне его хватает на два глаза сразу. Ну, в этот раз что-то пошло не так. Естественно, я же снимаю видео. Постоянно льется вода. Господи. У меня этот дом с ума сведет. Я еще, возможно, тихо говорю, потому что у меня уже ребенок спит. Я сейчас в ванной нахожусь. У нас такая акустика тут, что, возможно, слышно. Даже, знаете, в принципе, я все удалила нормально. Возможно, просто лучше одним ватным диском проходиться. По одному глазу полностью. Так что у меня тут упало? Ресничка. Бывает. Все, вот можете оценить. Никакого дискомфорта не испытываю, покраснения нет. На двухфазку от Клиник. Я вам оставлю ссылку в описании. Рекомендую вам это видео посмотреть, чтобы не нарваться. И как раз и сравните, почему я сейчас пользуюсь этим средством, а не тем. И там, кстати, я еще тестировала очень крутые ватные диски, которыми обычно я пользуюсь. Да, ну, более такое тягучее, конечно, маслянистое. Поэтому не так прям льется, как водичка, но салфеточку достаточно нормально пропитывает. Все, удаляем второй глаз. Я просто побыстрее это сделаю, не буду разговаривать. Давайте проверим. Я обычно так долго не держала, но, возможно, будет удалять лучше. Возможно, да. Я просто люблю прям энергично вот так. Но говорить и делать у меня не получается. Возни, как видите, все равно тут немало. У меня, честно, обычная мицеллярка смывает быстрее. Правда. Давайте я, наверное, доудаляю уже без вас или с вами. Ну ладно, давайте все-таки с вами, чтобы все это было по-честному, чтобы вы видели, сколько действительно на это нужно времени. Но зато качественно смывает. Чем не каждое средство может похвастаться, я вам скажу. Потому что есть у меня одна мицеллярка, которая не смывает хорошо тушь с ресниц. То есть внутри там еще остается. Видите, ну чуть-чуть бровки повыпадали, самую малость. Да, несколько волосков тут есть. И ресничка. Ну, это все в пределах норм. Теперь другой стороной сейчас я это все почищу. Кстати, срок годности после вскрытия упаковки здесь маленький, по-моему, полгода идет. Да, 6 месяцев. 125 миллилитров. Я уже жду не дождусь, когда мы с вами закончим за глазами и перейдем к лицу. Потому что очень хочется все смыть, было очень жарко сегодня. Макияж, правда, очень многое выдержал.
Вроде бы все. Еще так стою, скрючившись, чтобы вам все показать. Вот так. Достаточно хорошо. Я результатом довольна. Давайте теперь мицеллярную воду беру, тот же новый ватный диск. Ну все, сразу некрасивое стало. Здесь также 6 месяцев после вскрытия упаковки. Здесь уже 200 мл. Такая же крышка, самая простая и самая удобная. Здесь ограничитель. Тоже лишнего не вылейте. Очень удобно и просто. Здесь уже водичка, она прям слышна. Она очень жидкая, ее нужно побольше. Аромат такой же, маленькая фея. Но более концентрированный такой. Цветочный. Там понежнее все-таки. Хорошо смачиваю ватный диск. Мицеллярная вода — это один мой любимый продукт для снятия макияжа. Чаще всего использую. Это очень быстро и удобно. Кто-то говорит, их нужно смывать, кто-то говорит, не нужно смывать. В общем, с этим, конечно, сложности, но вот именно эту мицеллярную я не смываю. Удаляет она макияж быстро. Но она оставляет какую-то пленочку. Написано, что вода тонизирующая, но также она и увлажняющая, дает сияние и дополнительный тонус. Все считаю правдой. Поэтому пленочка такая, как знаете, немножечко жирненькая. Но она приятная. Это не такая, знаете, что у вас что-то катается по лицу. Нет, не такая пленка. Если хотите, можете смыть. Но у меня никаких ни высыпаний, никаких реакций не было. Еще добавлю. Она прям в лицо впитывается. Мне нравится. Она прям ухаживает за кожей. Я ощущаю, что это мицеллярная вода, не масс-маркет. Здесь прям чувствуется. Нужно было, наверное, на другой ватный диск. Удалять нужно до тех пор, пока вы не увидите, что ватный диск у вас чистый. Сейчас у меня все-таки... Я долго, если честно, ей не пользовалась, потому что она у меня заканчивается, я решила поэкономить. Я пользовалась другой, и у меня пошли всякие прыщички. Поэтому... Да. В общем, вот так. У меня вся косметика, мне кажется, из-за жары испарилась. Либо впиталась в кожу. Все, можете оценивать. Я считаю, что я умылась. Это опять-таки кожа какая-то немного как и липкая, и вот с пленочкой, немножко жирненькая, но приятно ощущается. Я не смыла губы. Давайте. У меня тут карандашик был. Давайте этим же. Для губ я смою губы. Почему бы и нет? Редко вообще губы смываю. Просто они сами у меня сходят к концу дня. А тут нет. Стойкий карандашик. Нормально. Как Джокер, блин. Рот вымазала, весь красный теперь. Такая красивая упаковка. Такой Барби розовый, такой холодный. С холодным подтоном, но... Смотрите, видите, золото начинает стираться. Это как-то, ну, не по-люксовому, мне кажется. Главное, здесь золото держится. Но здесь пластик другой. Он прозрачный, он более какой-то плотный. Хотя нет, этот более, да, этот более плотный. В общем, другой состав пластика, мне кажется, на этом держится лучше. Либо, возможно, потому что я мицелляркой пользовалась чаще, поэтому она начала стираться. Не знаю, но вот здесь вот такой косячок. Не помню, говорила я про нее или нет. Тоже буду оставлять все вот здесь, всю информацию, что обещает, что говорит производитель, чтобы вам не повторяться. Ну вот от себя я сказала то, что я именно заметила. Еще раз вам поближе показываю кожу, как выглядит после удаления макияжа. Все очень приятно.
Конечно, такие цены теперь, эти средства, я не могу сказать, что я прям рекомендую, что нет ничего лучше, но пользоваться ими приятно, они действительно действующие, и если вы так же, как я, любите этот бренд, и у вас есть средства, то можете попробовать. Я думаю, что вы останетесь довольны. Я люблю прям покупать целыми линейками. Для меня это прям как что-то, знаете, вот законченное. Я не люблю что-то, вот если я люблю бренд, я не люблю что-то. Вот крем один купить, например. Мне надо всю линейку взять. Там и крем для глаз, и тоник. В общем, все, что есть, чтобы это как-то лучше работало. Вот для меня так приятнее. Спасибо, что посмотрели это видео. Надеюсь, вы досмотрели его до конца, и вам была полезна эта информация. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмякайте на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. И обязательно пишите комментарии. Для меня сейчас как никогда важна обратная связь. Так что до новых встреч на моем канале. С вами была по-прежнему ваша Даша. Увидимся очень скоро. Всем пока-пока.